Шадув. Привет, дорогие друзья, и снова сегодня у нас монтаж по КС-очке. Чё, не ожидал меня тут увидеть, да? Всем здорово, сегодня мы с вами играем в игры по Сонику. Господи, я себя вижу, охуеть, просто охуеть. Тема-то в том, что я решил задианониться. Ребят, понимаете, да, задианониться решил. Я покажу вам, кто я есть на самом деле. Наебал. Погнали нахер. Сегодня у нас на обзоре довольно интересная игра. Sonic the Hedgehog 2 HD! HD, братан. Это просто... Это HD. Это Full HD просто, мазафака. Ты просто посмотри на это. Это этот ёж, этот лис. Это просто... Это охереть можно. Нет, конечно, Main Zem они сделали хорошо. Так, нажмите старт. Новая игра. Но, так как я, как бы, молодец, я буду играть сразу за двоих. Я ведь молодец. Это чё, если чё, это микрофон. Чтобы вы знали, на какое говно я записываю. Охереть! 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 О май гад! О май гад! О май гад! Просто... Погоди, я хочу тебя убить. Я понял. Игру делал Майкл Бэй. Гонщик нелегальный! По-моему, у меня игра лагает, да? Ну, это из-за записи, наверное. Хотя у меня оригинал также идет на этом компе. Соник выглядит охренительно. Если честно, Соник тут просто, ну... Ёж как ёж он должен быть. Чего, блядь? Running in the 90s! It's a new way I like to be! Охренеть просто, о бой! Это было классно! А, нихера себе, мартышка умная? Я не знал, что она умная. А я вот видно нет, потому что нельзя прыгать во время спиндэша, дебила, кусок! Like a oh, yes, rolling, rolling. Like a так, что там? Это нормально, что я так высоко подпрыгиваю? Так, окей. А Тейлс ведет себя... Просто как, знаете, теневой клон от Наруто. Блядь! Блядь, пиздец просто. Просто пиздец. All around me are familiar faces. Worn out places. Worn out faces. Ладно. Продолжаем. Что же сейчас будет? Ну не томите, что сейчас будет? О бой! Вот это классно! Вот это круто! Офигеть, Chemical Plant! Офигеть! Вы просто посмотрите на это! Охренеть можно! Господи, даже... Sonic Generations такого не было! Sonic Mania такого дерьма не было! Но она пикселя... Ну да ладно, но господи, это просто божественно! Первый акт мне понравился. Это охерительно, на самом деле. Черт возьми, они не заебались все это прорисовать. Это просто охерительно. Вы просто посмотрите на всю эту красоту. Это просто, я не знаю, вот у меня слов. Вот море... Мой словарный запас в один момент превратился в ничто. Я не знаю, либо разработчики воодушевляли Sonic Mania, либо чем-то еще, потому что, ну черт возьми. А они, ну, видели Sonic Mania, такие подумали, а, это же Sonic the Hedgehog 3 будет новое. И потом они такие, а что бы не запилить Sonic the Hedgehog 2 HD? Так у нас будет все вот по-новому. Тот же Sonic the Hedgehog 2, только по-новому.
Вот Sonic Mania тоже Sonic CD, только... Такого уровня побольше и все. Игр побольше. Это, ну... Как бы... Понятно, да? What the fuck, что это сейчас было? Окей, что сейчас было? Да, анимация с Пиндэшем медленная, слишком... Блять! Нет, нет, нет! Никто ничего не видел, окей? Ничего не было! Правда, честно! Серьезно. Ох ты, ни хрена у меня игра пролагивает, зашибись! Да блин! Всё, нахуй, я пошёл. Была бы это та же самая Sonic Mania, то я бы просто пробежался бы по воде. А, блядь, стой! Давайте еще просрёмся жизни на втором акте Chemical Plant. Ну, звук мне нравится. Эти каверы прикольные. Ох, как четко это было! О май гад! На мувик, пацаны, на мувик. Да блин! Кстати, классная менюшечка тут. Ладно, думаю, это видео уже можно закончить. И спасибо за просмотр, что ли. Подписываемся, ставим лайк, на колокольчик нажимаем. Не забываем подписаться на канал на Твиче, на нашу группу ВК, на канал Фламу, на лайв-канал Фламу. Фламу, кстати, переехал вот на этот канал, если что. Всем удачи, ребят. И пока. Ой, я пошел перепроходить Chemical Plant.